Президент Зеленський заявив, що Путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на кордон 22-го року. Розтлумачте, будь ласка, про що говорить президент ці заяви, та наскільки от такі заяви треба сприймати як повну зраду, бо, мовляв, Україну готують до здачі території, як кажуть там зараз масово диванні експерти. Куда угодно могут готовить Украину, просто украинцы туда не пойдут, куда все там готовят. Потому неважно, кто там чего готовит, украинцы и Украина была, есть и будет, и в границах 91-го года. Потому вот над этим можно, конечно, уже не сомневаться, в этом можно не сомневаться. То, что, допустим, Путин не уйдет, ниоткуда он не уйдет абсолютно. Вот, даже мы выбьем его из Крыма, он не уйдет из Донбасса. Его надо будет уничтожать. Потому такие вот фантазии, я бы так сказал, тех, кто составляют речи президенту, а это фантазии-составитель, это фантазии-секретарши, ну, примерно так, или канцелярии, канцелярши, которая очень далека от действий и на линии фронта, то есть действий армии и вообще разворачивания боевых действий как таковых, особенно военных, в широкоформатной войне. Поэтому никто никуда не уйдет. И больше скажу, после того, как мы его уничтожим в Крыму и в Донбассе в том числе, он будет, и Путин, Россия как таковая, они будут воевать на линии уже границы. Мы, наверное, вряд ли пойдем там на российскую территорию, это чтобы не замараться. А боевые действия на линии границы точно будут до полного развала России, пока она разваливаться будет изнутри, это лет 10, это как минимум. Потому все эти фантазии не совсем трезвой секретарши, которая подала президенту, наверное, двухлетней давности бумагу. Почему? Потому что это как раз речь, примерно такая речь и такие посылы были в 22-м году, 27 марта, когда Украину сдавали, как раз по 22-й год, так на 24 февраля, по границу 24 февраля, если вы помните, тогда было сдача Украины на 15 лет Крыма, Донбасс под вопросом. Тогда занималась сдачей в Стамбуле на площадке, которую организовал Беннет, два израильтянина, Беннет и Абрамович. На этой площадке четыре наших джигита, Рахамия, Подоляк, Умеров, министр обороны, не дай бог, конечно, и Резников, такой же второй, не дай бог. То есть вот они вчетвером, четыре джигита практически сдали тогда Украину. Им всем объяснили, когда вернулись они обратно из этой поездки, что они, мягко скажем, сделали неправильно. После этого разбежались все во все стороны, а вот, скорее всего, бумажка с речью осталась. И вот эта бумажка с речью за 22-й год попала президенту под дачу интервью. Но это вопрос к секретарше. Я думаю, секретарши в ближайшее время эти будут уволены все с канцелярии. Пане Романе, росіяни спробували ударити по Дністровській гідроелектростанції в ніч на 29 березня. І, як заявив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче повторення катастрофи із Каховською ГЕС, але тепер під загрозою ще й Молдова. Чи дійсно є загроза таких масштабів, про які говорить президент, і також розтлумачте, поясніть, до чого тут саме Молдова? Дело в том, что некоторые каскады рек, которые идут в том числе и в Молдову, они проходят, ну, сами реки проходят в том числе и через Украину, то есть там очень много этих рек, и те гидроэлектростанции, которые стоят, сброс воды, то есть эта проблема будет у Молдовы. И это прекрасно понимают молдаване, в том числе республика, это прекрасно понимает. Вопрос еще в перекачке электроэнергии. У нас некоторые связи есть по электроэнергии с Молдовой, с Румынией, то есть там есть перетоки в одну и в другую сторону. Потом и здесь есть еще один определенный момент, так как некоторые районы Молдовы запитываются и от нашей энергосистемы. Мы при перетоках иногда используем, допустим, румынскую электроэнергию. Потому
второй аспект – это вот энергетический. А удары россиян по гидроэлектростанциям, по теплоэлектростанциям последние несколько дней – это попытка вырулить тот процесс, ну, практически провала зимнего наступления российского. Они готовились прошлый год, они собрали полумиллионную армию, они ее снабдили. Они отправили ее в большой поход, в наступление в конце прошлого года. Прошло несколько месяцев, кроме Авдеевки у них ничего не получилось. Там еще большой вопрос по Авдеевке. Тут больше не от россиян зависело, а от наших партнеров, которые не передали нам обещанного вооружения, но и от Министерства обороны нашего, которое абсолютно ничего не сделало, чтобы обеспечить некоторые направления определенными количеством боеприпасов. Потому здесь не так российские победы, как наши просчеты. И это понятно, и в том числе и смена управления в армии. Она ж просто так не проходит. Потому здесь российского тоже положительного практически нет ничего. И вот россиянам надо, российское военно-политическому руководству надо показать, особенно после перевыборов, какую-то положительную динамику. И вот они сейчас эту карту достали, ракетную карту, пытаются создать такую серьезную проблему с энергообеспечением нашей страны. Проблемы большие, не маленькие проблемы однозначно. То есть недостаток зенитно-ракетных комплексов, малая плотность ПВО, особенно на ключевых энергетических направлениях. То, что энергетика у нас, ну, наверное, больше, чем наполовину сейчас у частных структур, в основном у Ахмета Ринатова, ДТЭКовского руководителя, а руководитель, бывший один из выходцев ДТЭК, сейчас премьер-министр у нас в стране. Это тоже большая проблема. Почему? Потому что не дали возможности по разным причинам, не дали возможности под военное положение основные балансирующие мощности теплоэлектростанции перевести в госуправление, под управление Энергоатома. Тогда бы это, может быть, как-то улучшило бы положение, по крайней мере, с запчастями и с восстановлением, быстрым восстановлением. Сейчас быстрое восстановление уже невозможно, а частная структура, которая производит электроэнергию под балансировку, она не будет вкладываться. Во-первых, иногда, может быть, и нечего вкладываться в восстановление. Потому оптимальный вариант на данный момент — это переводить всю энергетику в базовую атомную отрасль, то есть давать все рычаги управления всей энергосистемой, как раз передавать атомщикам, ядерщикам нашим, для того, чтобы те оставшиеся энергоблоки, которые у нас есть, у нас 15 энергоблоков ядерных, которые, это правда, с Запорожской атомной, там 6 энергоблоков, 9 энергоблоков переводить в номинальный режим и запитывать всю страну. Это будет оптимальный вариант. Но тут же надо будет принимать решение на закупку, допустим, балансирующих мощностей, скорее всего, накопительных. Это оптимал для атомной энергетики. То есть накопительные мощности располагать на тех же атомных станциях, прикрывать их. То есть это целый комплекс мероприятий, которые должно выполнять правительство. А правительством руководит бывший выходец из ДТЭК, который как раз у него одна из задач это в ТЭСы, то есть теплоэлектростанции. Потому что здесь такой клубок противоречий, который надо однозначно решать, только надо решать это специалист. Пане Романе, по всім от військовим моментам хочемо ще раз вас попитати, от політику залишимо на потім. Бо от російські ракети, ймовірно, перетнули кордон з Молдовою, в Румунії ж біля кордону виявили уламки ракет. Оце Росія, як ви коли зазначили в одному з своїх інтерв'ю, шукає так звані червоні лінії. Чи таким чином шукають навпаки нові коридори для запуску ракет по Україні? Здесь двояко. То, що у них задача, допустим, при маршрутизації, определенной маршрутизації, якщо стоїть задача зайти, допустим, з різних азимутів, то спеціалісти, інженери, які рассчитують маршрут, время, виход на цель, вони не учитують границь як такових. Ну, могут не учитывать, потому у них ракеты заходят в том числе и на территорию сопредельных государств, потом, чтобы от них заходить по определенному азимуту на цель. И вот именно этот заход со стороны стран наших партнеров нами иногда пропускается. Почему? Потому что, ну, это ж вроде как со стороны партнеров идет.
И к ним, кстати, вопрос должен быть нашим МИДом уже звучать, а как вы со своей территории по нам обстреливаете ракетами? Это потом уже можно достать, что, вернее, догадаться, что она российская. А если она идет со стороны Польши или со стороны Румынии, она же польская или румынская, по крайней мере, до того момента, пока будет определено, чья сама по себе ракета. Потому здесь есть этот момент. Естественно, россияне первую задачу выполняют, именно удар по объекту максимально возможный, а вторая — это красные линии. Так как они щупали в свое время ту же Турцию, когда работали по Сирии, пока не нарвались на серьезное противодействие, сбили тогда самолеты и летчика в воздухе, замотали в парашют. Та же самая картина и здесь. Пока поляки, пока румыны не начнут сбивать российские ракеты, а здесь надо договариваться, сбивать, может быть, даже над нашей территорией, в определенных зонах, рубежи передачи управления должны быть. Это целый механизм участия натовских структур в прикрытии своего неба, только на нашей территории. Это возможно, и один из механизмов прикрытия, в том числе и нашей территории. Пока они этого не сделают, россияне будут все глубже, глубже и глубже заходить в тело Польши и в тело Румынии. Пане Романе, давайте, щоб закрити тему Молдови, на сам кінець до цієї теми. Зеленський звільнив посла України у Молдові. На вашу думку, чи можуть розглядати в Офісі президента кандидатуру екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в якості нового посла, тому що і такі припущення в засобах масової інформації, вони з'являються? Было бы неплохо, с одной стороны. Дело в том, что все руководство страны, каких бы ни было, допустим, стартовых, базовых образованиях, они прошли определенную школу госуправления. Есть определенный бэкграунд, есть куча связей. Просто иногда люди не на своем месте, потому что нет основного базового образования. Здесь оптимальный вариант как раз, допустим, на месте секретаря нацбезопасности, это генерал, вот так как сейчас поставлен Литвиненко, это гармоничнее смотрится, по крайней мере. Так же, как и министром обороны должен быть тоже генерал в отставке, ну и так далее, и тому подобное. А у Данилова очень большой опыт управленческий, государственный, отношений и так далее, и тому подобное. Это был бы неплохой посол, тем более рядом республика, которая для нас одна из важных на данный момент, то есть нам помогает, мы будем помогать, естественно, это наш сосед навсегда, потому очень важно, чтобы послом в этой стране был человек, ну, с умудренным опытом и опытом именно государственного управления. У Данилова вот этот опыт есть, потому было бы неплохо, по крайней мере, рассматривать его кандидатуру на эту должность. Також, пане Романе, видання «Тайм» пише про те, що війська РФ можуть знову стояти під Києвом вже в липні цього року на лінії фронту, мовляв, гостра боротьба триває, є реальний ризик, що армія Росії відкине Збройні Сили України, і нам, Збройним Силам України, потрібно більше боєприпасів та зброї. От поясніть, будь ласка, чому такі матеріали все частіше з'являються зараз в західній пресі, та чи є, от без політичного контексту, виключно про військове, чи є реальна загроза для Києва? Военной угрозы наземных операций для Киева точно нет. Кстати, как и для Харькова, и для Сум, для любых других городов. Еще раз повторюсь, полумиллионная российская армия за несколько месяцев зимней кампании максимум, что смогла, это выдавить наш гарнизон из Авдеевки. Вот представьте, если вся эта полумиллионная, допустим, армия где-то будет разворачиваться. То есть они максимум примерно такое же самое действие смогут выполнить. Потому у россиян просто нечем выполнять наступательные операции, наземные наступательные операции. Это, конечно, не снимает опасности от ракетных ударов, авиационных ударов, то есть воздушных средств поражения. Но наземную операцию на данный момент она маловероятна. Это только если дать россиянам, допустим, время собрать еще примерно такую же пол, а это же для того, чтобы эти полмиллиона под Киев вывести, это их надо вывести из Украины, либо собрать. Это значит, надо дать россиянам время, допустим, полгода, это минимум полгода, накопить силы, средства, развернуть армию, но это все будет видно, вряд ли это будет возможно. И, во-первых,
Как дать? Это значит прекратить боевые действия, то есть заморозить боевые действия. Кто же будет их замораживать? Это только секретарь из канцелярии, не более того. А военные замораживать, они прекрасно понимают, что любая заморозка дает противнику фору, причем ровно столько, насколько они нам сильнее материально и личным составом. Россия где-то сейчас в 4-5 раз больше Украины по гражданскому количеству, гражданского населения, экономики и так далее и тому подобное. Потому каждый день простоя, каждый день заморозки даст поры россиянам в эти 4-5 раз всего, что они могут накопить. Мы сможем накопить меньше. Пока на данный момент оптимальный вариант давить их каждый день, то есть эту 1000 россиян, которые ставят в строй, их надо выносить обратно в пакетах, как это делают сейчас наши вооруженные силы. И тогда ни Киеву, ни Харькову, ни Берлину, ни Варшаве, ни в Риге ничего не будет угрожать. Якщо говорити про наші сили, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про потребу в мобілізації 500 000 резервістів. Наразі не йдеться. І після перегляду внутрішніх ресурсів наших і уточнення бойового складу Збройних сил, ця цифра була суттєво зменшена, так? Це сказав Сирський. Про яку кількість, на вашу думку, може йтися? І що ви думаєте про мобілізацію станом на зараз? Я би посоветовал Сирському звернути увагу не тільки на вооружені сили України, але просто він цього робити не може. Діло в тому, що він все-таки головнокомандуючий і управляє ВСУ, вооруженими силами України. Это надо верховному главнокомандующему, вот он может внимание это обратить, на очень большой ресурс, который есть в Украине сейчас, хороших специалистов, военных специалистов, которые готовы выполнять как минимум маршевые задачи. То есть это пехота, это в чистом виде, это Министерство внутренних дел, это наши силовики. Их сотни тысяч готовых для выполнения боевых задач офицеров и солдат, которые эти вопросы решат очень быстро и подготовятся и выполнят задачи на линии боевого соприкосновения. И тогда Сырскому у него будет другой вопрос. У него будет не дефицит личного состава, а профицит личного состава. Ему надо будет не мобилизационный закон, а демобилизационный закон. То есть надо, закон будет о демобилизации, а то есть снятие мобилизационных вообще моментов в этом смысле, мы управимся. Нашей армии надо общее количество личного состава, допустим, в районе 1% от населения. Это около 400 тысяч человек. 400 тысяч, а у нас сейчас только подготовленных до 900 тысяч. Те цифры, которые называют наше руководство. 900 тысяч плюс еще МВД, то есть плюс силовики, больше миллиона. Это силы обороны Украины. Это очень большой потенциал, нам мобилизация как таковая не нужна, потому надо либо Сырскому дать такие полномочия, обратить внимание на силовиков внутренних правоохранителей, либо верховному главнокомандующему обратить внимание как раз на раздутые штаты и на этот очень серьезный ресурс, который точно поможет выполнить боевую задачу, по крайней мере, на ближайшее время, но и запускать параллельно рекрутинговые центры, призыв только не в ТЦК и не в Министерство обороны, а призывать сразу непосредственно в бригады, как в последнее время уже где-то до десятка бригад имеет свои рекрутинговые центры, и туда именно в сами бригады пойдут специалисты, которые будут видеть себя выполняющими задачу именно в каждой из бригад. От аби, пане Романе, повністю вже закрити блок і про Київ, і про Харків. От головком Сирський теж сказав про наступне, що якщо росіяни підуть на Харків, він стане для них фатальним містом. От як ви вже зазначили раніше, що немає якихось тривожних сигналів і для Києва, і для Харкова, і для Сум. Але зрештою, що стоїть за словами Сирського, це і ПСО для росіян, аби вони навіть не намагалися піти на Харків чи щось інше. Война – это математика. За последние несколько месяцев россияне собрали около 40-50 тысяч террористов, то есть довольно-таки серьезные силы в районе Авдеевки.
И вот за несколько месяцев продвинулись всего лишь там на 5-7 километров, не более того, от Авдеевки. То есть мы их остановили. Так это 40-50 тысяч, это непосредственно которые участвовали. Для того, а Харьков в 10 раз больше Авдеевки, в 10 раз, ну где-то примерно в 10 раз. Это россиянам надо как минимум полумиллионную армию, подготовленную, развернутую в боевые порядки, слаженную. То есть это целый процесс. Нигде, естественно, ее взять точно невозможно. Потому если и теоретически может быть какая-то попытка, а военные всегда готовятся к самому худшему варианту, то это будет какая-то малая группа, которая просто сгорит на подходе к Харькову. Вот то, о чем Сырский говорит. То есть больших сил вы там не развернете, мы это прекрасно понимаем, а малыми силами просто погибнете об харьковскую оборону. Ну, вот примерно так можно читать, если переводить на простой язык слова генерала. Про Крим поговоримо. Росіяни продовжують накопичувати броньовану техніку в Криму. І нещодавно до Євпаторії перекинули приблизно 31 танк. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар АТЕШ. Партизанський рух, як я розумію, то це цілий танковий батальйон. На вашу думку, з якою цілею? Для посилення угрупування саме в Криму чи для перекидання цих танків на інші напрямки, наприклад, на південь? Ну, россияне прекрасно понимают, что Керченский мост будет поврежден еще раз, и потому все, что у них готово для переброски либо в Крым, либо, допустим, дальше в сторону Херсонского, Запорожского направления, пытаются по-быстрому перебросить через Керченский мост. Потому мы видим сейчас такие аварийные переброски малых и больших групп. Батальон — это небольшая группа, то есть это действительно там 30 танков, но он может усиливать какую-то бригаду. Исходя из той информации, которую партизаны АТЭШ дают, они вроде как пытаются их оставить в Крыму для обороны. Хотя в любой момент может поступить боевое распоряжение, их перебросят, допустим, на направление в сторону работы. Но вряд ли их перебросят там на левый берег, в район Крынок, они прекрасно понимают, их сожгут на подходе. А вот, допустим, как-то усилить направление на работе, они действительно могут, то есть переброска в ту сторону. Хотя та же картина и подработана, по большому счету. То есть там долго танки не живут. Потому все будет зависеть от того, какая задача будет у россиян подработана под Крынками. Ну, естественно, с какой уже миссией этот батальон зашел в Крым. Но еще раз повторюсь, по информации, которая есть на данный момент, которую передали партизаны АТЭШ, этот батальон остается в Крыму, усиливает крымское направление, то есть они будут пытаться окапываться в Крым. Пан Роман, так, поки ми спілкуємося, перепрошую, вже з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський все ж таки погодив призначення як секретаря РНБО Олексія Данілова новим послом у Молдові, про що ми з вами говорили, і про це саме президент повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Також, пане Романе, нормальний этот самый, это правильное действие, в принципе. Нельзя терять специалистов, которые у нас есть и которые прошли определенную школу. Також, от, пане Романе, в продовження теми президента, він сьогодні і заявив наступне, що 5-7 патріотів від Сполучених Штатів розблокують небо в Україні. Ну, 5-7 патріотів, насправді, невелика цифра для України. Чи дійсно цього вистачить, аби закрити та обезпечити небо? І чому західні партнери все-таки зволікають? Ну, то, что они нам не передают, особенно американцы, они практически вообще ни одного патриота нам не передали. В основном это европейцы или с Ближнего Востока, по-моему, какие-то патриоты заходили. Но вопрос это больше к американцам. То есть у них на складах этих патриотов сотни пылятся. Произведено их тысячи, то есть больше тысячи комплексов. Патриот произведено. Сотни лежат. Их можно было бы передать по ленд-лизу еще в 22-м году, или, по крайней мере, если бы работал ленд-лиз, мы бы в 22-23 годах могли бы их получить. Надо запускать эту тему. Он дорогой. Комплекс его даже под выделенные там 60 миллиардов, но это очень дорого. Его лучше брать как раз под ленд-лиз с дальнейшим возвратом. Тогда он, в принципе, нам ничего не будет стоить, кроме ракет.
Это оптимальный вариант. 5-7 патриотов для нас мало, однозначно мало. То есть да, действительно, это количество прикрыло бы какие-то критические точки, но не более того. Патриот в конце концов перекрывает радиус по баллистике 40-50 километров. 40-50, что сделают там 5-7 патриотов? Ну да, перекроют несколько городов уровня, там, допустим, Одессы, Запорожья, Днепра. Но не более того, для того, чтобы прикрыть небо Украины для такой безопасной работы, ну, относительно безопасной работы нашей экономики, проживания граждан, надо где-то в 10 раз больше, хотя бы до 50, около 5 десятков патриотов с МПТ надо для этих задач. Ну, пока на горизонте такого количества нигде, в принципе, не видно. Но еще раз повторюсь, был бы ленд-лиз, Патриот стоит там чуть больше миллиарда долларов. 50 миллиардов под ленд-лиз получить, в принципе, возможно. Тем более Патриот, еще раз повторюсь, они стоят на складах в американцев. Они могли бы их перевести к нам после победы над Россией, мы могли бы их вернуть обратно. Патриоты практически, они бы неповрежденными ушли бы обратно в войну. Этот вопрос надо прокачивать, этот вопрос надо поднимать и именно попытаться включить механизм ленд-лиза под количество полсотни патриотов. Разом з цим очікуємо і F-16. Сьогодні Бельгія 29 березня виділила Україні допомогу для обслуговування винищувачів F-16, які Сили оборони України отримують вже в найближчому майбутньому. І за повідомленнями, 100 мільйонів євро виділять на обслуговування цих літаків. Чи достатня це сума поки що? І з якими складнощами, пане Романе, ми можемо зіткнутися в контексті обслуговування винищувачів F-16? Тому що всі прекрасно розуміємо, що це є велика різниця між тими літаками, які ми використовуємо, і ті, які прибудуть. Базовый ремонт и обслуживание самолетов будет происходить на авиационных заводах, которые их производили или были или допущены к этому ремонту. То есть у нас вряд ли будет стоять завод, или будем мы у себя его ставить. Это нереально. А у каждого самолета есть определенный период между регламентными работами, которые надо производить именно на этих заводах. Поэтому часть обслуживания уже базово, оно и так в Европе. У нас на наших базах, на наших территориях, скорее всего, будут проводиться определенные работы в технико-эксплуатационных частях, которые будут развернуты под эти самолеты. Почему вот всегда говорят, когда надо нам еще, допустим, «Грипены» или «Миражи», или «Еврофайтеры» и F-16, да мы их не потянем просто-напросто по инженерно-техническому состоянию. Нам оптимальный вариант – один самолет, один тип самолета, вот и к нему подготавливать всю систему инженерно-технического сопровождения. И это тоже очень дорого, это не так все просто. Это дорогое обслуживание, это дорогие механизмы, которые диагностики самолетов и самолетной техники, узлов агрегатов. Каждый узел агрегата он должен меняться через определенное время после наработки часов. И эти процессы инженерного сопровождения, они стоят довольно-таки серьезные деньги. Вот, допустим, час полета самолета минимум 5000 долларов, а то и больше. Это минимум. То есть, естественно, налет часов будет довольно-таки серьезный, потому очень большие расходы в этом смысле. И эти 100 миллионов, ну, это на старт, конечно, это чисто для старта, для определенного количества самолетов. Пока, ну, не ясно, есть очень большие разбежности в цифрах. От 6 стартовых самолетов дают некоторые наши партнеры, до вот россияне последние пару дней с большим мандражом дают информацию о чуть ли не 160 F-16, которые зайдут в течение года 2024-2025, которые готовятся к передаче Бельгии, Нидерландами нам под эту программу, которая была задействована. Дания, Бельгия, Нидерланды. Это вот стартово там примерно под 150-160 самолетов. Кстати, это цифра, которую мы изначально стартово и заказывали для себя.
То есть это 4 бригады по 40 самолетов. Ну, посмотрим. То есть вопрос очень сложный в подготовке наших аэродромов. И такое количество самолетов, конечно, хотелось бы получить, но вряд ли мы успеем подготовиться к принятию всех самолетов одновременно. Пане Романе, дякую вам за те, що цей тиждень були з нами. Дякую за вашу... Дякую за цю розмову, дякую за зауважу вашу особисту думку та чіткі відповіді. Нагадаю, Роман Світан, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії, відповідав на найголовніше питання сьогодні. А з вами була Владислав Солов'ї, Ольга Білан. Ставте цьому відео лайк, підпишіться на наш YouTube-канал, також напишіть коментар під цим відео та побачимось в ефірі на 24-му.